Вот, вот, подойдем к нему тихо, тихо подойдем, чтобы он меня не слышал. Вот на носочках. Чтобы он меня не слышал. По моху. По моху идем. Идем по моху. Он там что-то снимает. Чё, снял что-нибудь? И тебя не напугало? Я должна была тайно к тебе подойти. Так, вон тут какое-то ведро есть. Чё-то. Короче, весь процесс съемки мы проводили на водохранилище города Печора. Вот. А использовали экшн-камеру и этот, как он называется-то? Короче, удлинитель. Ну, я его подогнал сам под себя. Вот. Мы ходили, короче, вдоль береговой линии с фонариком и высматривали вот таких вот рыбок. Там были и крупные экземпляры, и маленькие, карасики всякие, короче. Вот, это очень увлекательное занятие. Кадры, которые получились, мне самому нравятся. Ну, конечно, хотелось бы качество получше, но чтобы качество получше было, нужно, естественно, и камеру получше иметь. Ну, так-то результатом я доволен. Также вы можете на моем канале посмотреть и другие подборки видосов моей съемки. И вот, я еще буду снимать сейчас зимой. Зимой будет, конечно, проблематичнее снимать, но у нас есть водохранилище, которое не замерзает. И вот я думаю, интересно, в морозную погоду, каково это будет. Так что посмотрим. Если что, подписывайтесь на канал, и в дальнейшем у меня будут выпуски. Следите за моими публикациями. Всем спасибо за внимание. До новых встреч. Короче, сегодня, как обычно, ветер. Сейчас посмотрим, есть карасики или нет. Погнали. Подводный мир сам по себе удивителен и уникален. Это своеобразная жизнь. В данном случае мы видим уклейку. Я долго, кстати, рыскал в интернете, смотрел и пытался узнать, что это за такая рыбка. Как бы для меня непривычная, потому что я на водохранилище ни разу не рыбачил нормально. Ну, если даже и рыбачил, то у меня вообще там не клевало. Вот. Вот еще одна уклейка. Вообще там, если присмотреться, неплохое изобилие рыбок всяких разных. Ну, самое интересное, когда вот снимал это все, мне все это в сапоги, короче, вода заполняла. Потом с сырыми ногами ходил, кашлял. Но я старался снимать, чтобы было интересно. И в меру возможности камеры. Опять же, уклейки. Поначалу в основном уклейки, уклейки, а потом дальше больше видов других рыб. Бац, и в темноту, короче, ушла. У меня еще, кстати, возникла проблема с тем, что я когда под водой снимаю, да, Wi-Fi отключается, короче. Я читал в интернете, что как-то провод делают. Вы не знаете, короче, как это можно сделать? Если знаете, напишите в комментариях, что
чтобы можно было снимать в режиме онлайна через Wi-Fi. Потому что я вслепую снимаю. Вот карась, кстати, небольшой. Он там быстро удрал. Вот, и такая проблема. Я сначала, короче, включаю экшен, опускаю ее в воду, и бац, у меня, короче, картинка пропадает. И Wi-Fi исчезает. Вода, видимо, поглощает сигнал. Очень, конечно, обидно, что не доработано так. Но, по ходу дела, придется самому дорабатывать. А в последние вот моменты, последние кадры, там я когда пришел, там вообще весь берег был усыпан карасем. У меня там видосы на канале есть, можете пролистать, посмотреть. Там есть и рыбалка, ночная, дневная, в деревне отдых. Всякое разное, короче, снимаю. Кому-то может интересно, кому-то нет. Я же не знаю. Мне, допустим, интересно пересмотреть. Вот еще один карасик. Стоит такой. Думает. Или спит. Красавец, конечно. И вон еще один. Ладно, досматривайте видео уже без комментариев. Всем спасибо за просмотр заранее. И буду очень рад, если вы поставите палец вверх. До новых публикаций. Пока. Приятного просмотра.
всем. Короче, я сегодня карасей много видел под водой у нас. Всем спасибо за просмотр. Подписывайтесь на наш канал, ставьте палец вверх, вниз, без разницы. И до новых публикаций. Пока. Там, короче, опять снимает, что-то снимает, а? Что там снимаешь? А, я думала, сова. Какой-то кадр нашла. Погнали?